Дом из газобетона, стены внутри оштукатурены МР-20, муроксин с добавлением адгезионной добавки церезит СЦ-81. Ну, делали все как полагается, наполняли ребята заказчика. А заказчик сам нанимал бригаду из Таджикистана. Они делали адгезионный обрызг, потом маячки штукатурили. Маячки вынимали, штробы заполняли штукатуркой с добавлением адгезионной добавки. Вот следы от маячков. Стык бетона и газобетона. Трещин нет. Тут наверху видно газобетон, а балка бетонная. Затирка CE40 для затирки клинкерной плитки на фасаде. Гидрофобизатор СП-13. Гидроизоляция, вот гидрофобизатор.